Доброе утро! Я говорю, мы такие пунктуальные родители. Ну вообще. В 11 часов все, детей сдать. Не дай бог, инструктора уйдут, останетесь с детьми. Кто-то слышит, в 8 утра это самое страшное. Самое страшное. Что, поехали на доллар? Так. Это нам на чем подняться? Подожди, что, мы уже их сдали, получается? Да. Подожди, а шапки, им каски же надо. А, каски надо. И заплатить друг за каски, я в другом прокате. Короче, трансляция начинается. Первый наш подъем. Сегодня на сектор А. Ну что, я злая на тебя. Я-то здесь при чем? Ну, что, шлифом летишь, когда я кубарем качу. Я что? А я что с этим могу поделать? Надо не укатываться от меня. А что делать-то? Что делать? Объясняю. Во-первых. Мне нужно было тренировочный спуск. Я тебе говорю, она слабенькая. Это тренировочный спуск на слабенькую. Меня сразу туда потащил. Я тебя не тащил сюда. В итоге ты сейчас замерз, наверное, представляешь. Я уже замерз, пока тебя жду. Но. Тебе и надо. Идем в кафе. Модные все, накатались все. Видите Олегу? Надо сейчас объяснить, что мы делаем. Мы пытаемся сейчас увидеть Олега на веб-камере, установленной на горе зеленая. Да он еще не вышел. Вон он наш Олег. Ага. Эх, сейчас он уйдет. Он ушел. Из кадра ушел. Не туда пошел. Он ушел из кадра. Да. Ну, пошел, он сам это сделал. Возвращаться. Девочки. Алло. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон мороз, синий. Ты же знаешь слова, ты мог бы подпевать. Мог бы. Так, да? Кутярочка моя. Они как лебеди. Летит белые края, вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует я, кутяночка моя. Это олень танцует. We'll be right back.
Сейчас еще поедем. Давай, полетел. Олежка тоже упал там. Да вон он внизу стоит. Он уже приехал. Ждет уже стоит. Устали ноги? Нет. Давай побыстрее, ага. Давай разгоняйся. Что, писать хочешь? Так сильно хочу. Так вот, давай разгоняй. Погнали побыстрее. Обостышься-то. Повороты делай, и все, быстро будет. О. Куда мы едем? Мы туда, вниз. Повороты. Помаленечку поворачивай. Во. Не сбей только никого. Надо в живот втягивать. Сашка, подожди. Не могу живот втягивать. Замерзли? Втягивай. Студент. Любимый, втягивай живот. День четвертый, едем на гору. Склона не видно практически из-за снегопада. Но погодка просто шепчет, 8 градусов. Ну чё, сноубордисты? Чё? Ну чё? Пошли в кафешку, зашли чай попить, погреть. Да? Дети чё-то подзамёрзли маленько. Ёжик! Лошадь!
Давай, туда, давай вниз. О! О, ништяк. Опа. Плюх. Ну что, погнали? Ветер нормальный. Катится, пиздит, но катится. Девушка, вы где вокалу так учились? Это природные танцы. Природные. Ничего себе, там будет.